Ребятки, сегодня что сегодня? Сегодня, ребятки, всем огромный привет. Сегодня у нас продолжаем 13 ноября 2022 год. У нас появилось солнце. У нас появилось солнце. Его не было, я не знаю, сколько долго не было. Может, неделю, может, даже чуть больше. Было пасмурно, темно, туман давит. Представляете, вообще, вот как вий ходишь, вот прям вот. Вот так все состояние, вот знаете, прям, ох, нехорошо. А сегодня солнце и сильный ветер. Сейчас Рома зашел домой, он помогает там, они с Саней в огороде что-то делают. Я одела, ребятки, свою косыночку любимую. Я ее уже, наверное, миллиард лет не одевала, да, не надевала. А у меня тесто уже подходит, я сейчас делаю пеготики. Ну и все, ребятки, всем хорошего дня и отличного настроения. Все, начинаем новый день. Видите, что кот делал? Кот что сделал со стульями. Так, вот у меня тесто, видите, вот оно, на пеготике. Сейчас я его еще раз обомну, примну, и второй раз поднимется. Ой, оно аж горячее от этого, что там, от солнышка. И сейчас примну, я не могу одной рукой, и начну, сейчас сделаю начинку. Значит, у меня... фарш свиноговяжий, да, сегодня будут ленивые пеготики, не нарезанные из-под ножа. И капуста, лук и специи. Все, сейчас я примну, руками уберу и начну делать. Это тебе. Спасибо, смотрите, все время маме цветочки носит. Все время это цветочки. Я на улице нашла, они валялись. Как-то они валялись. Да, там был веточка. Это, наверное, папа проходил и, как всегда, поломал ветку. Ой, какой вкус, знаете, вот эти цветы, вкус аж горечи, вот такой вот горькие цветы, вот такие осенние, вот, как я их обожаю, ребятки, как я их обожаю, такой терпкий такой вот вкус. А, давай, вазочку, да? Да. Давай, вазочку, сейчас поставлю. Ой, еще шнурок сделал, ёшкин кот, давай. А что, их два, что ли? А, нет, вот оно как. Много. Вот это, знаешь, что, сейчас, видишь, оно поломалось. Да, надо вот так отломить и еще воды сюда добавить. А нет, оно сейчас потеряется. Знаешь, что, возьми лучше в этот, другую маленькую, эту и поставим цветочек. Ну и такую же, ведь, ну что ты. Ой, мамочка, сейчас, ребятки. Вот так. А? Красота. Так, вот сюда сахар добавить. Витаминки пили? Убираем. Смотрите, какая красота, да, ребятки? Какие тарелочки красивые. Достала одну, не выдержала. Колбасу нарезку делала. Сыр. А! Ноябрь, осень. Надо еще бы хорошо заменить эту хлебницу. Вот эту вот. Ну ладно. Спасибо, дочь. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, мой тенечек любимый. Я хотела ленточку сделать, но я не нашла ленточку. Ну ладно, и так красиво. И так супер. И так. О, Саня принес капусту. Смотрите, какая капуста суперская. 18 рублей килограмм. А доска, помните, на море покупала вот эту фикс-прайс? Смотрите, что с ней же. А, видите, что? Здесь все чистенько, здесь все новенько. Все, сейчас сделаю начинку. И... ой, батарейка, кстати, ребятки, пошла я на зарядку ставить. Нашинковала я капусту. И смотрите, что. Обрезали малину по самые колокольчики. Не по пупок. Очень, особенно последний ряд, прям очень низко. Ну ладно. Ой, ребятки, сейчас уберу пленку, показывать не буду, потому что уже, наверное, миллион раз. Я часто, у нас всегда дома есть чимчи. Уберу пленку и нарежу крупно, приготовила таз и заправлю чимчи. 3 вилочка. Видите, какая капуста. По 35 рублей килограмм. Помощник мой, помощник. Помогает. Умничка мой. Тесто готово. Смотрите, какое оно классное. Я его сейчас помяла, измяла. Все пористое. Начинка готова. Все, я начну готовить, включу сейчас сериальчик и буду делать пеготики. Ну, видите, погодка, ветер, портится, что-то портится. Приятного аппетита! Спасибо! Ешьте, вот такая вкуснятина получилась.
Все, на здоровье. Ешьте. Спасибо. Вкусно. На здоровье, на здоровье. Это на очень вкусно. Да, ешьте, ешьте. Давай тоже садись. Ну, я сейчас тоже сяду, ага. Давай. Что там по телевизору? Кто там пришел? Кто пришел? Леша пришел? Леша пришел? Леша пришел? Леша пришел? Леша? Леша пришел? Иди, иди, иди. Иди, смотри. Лешу встречай. Давай, пойдем, дверь откроем. Стих учат. Иди, открой дверь, дядь Леша. Ой. Привет. Привет, Леша. Как дела? Нормально? Да, отлично. Привет, Леш. Привет. Идем в горячий помойку. А я отопление закончил, все, да? Соединил, да. Да? Ну, отлично. Вот, теперь уже буду под... Привет. Привет. Ага, молодец. Пойдем кушать, Леш. Вкусно, Леш? Здоровье. Здоровье. Что это за звук? Собака скулит. Чья? Я не знаю, чья. Вон Арчин. Леша, кто это? Мышку поймал. Кто? Господи, боже мой. Она встала вот так вот, короче, смотри. Ну? Где этот вот стол? Ну? Этот, ножки. Ну? Мышка стоит вот здесь, а он и прячется, короче, от Барсика, блин. То влево, то вправо, а он ее, блин, вот так играет. А мы так испугались, что за звук? Что за мышка, вот прямо вот здесь вот внизу. Вот где койка, вот я кровать. Поняла. Ага. А вот здесь вот эта вот стенка вот, они, ну, эти, велосипедная. Ага. И вот он там ее гонит. Ну, видимо, уже все. Схавал. Схавал, да. Уже, видишь, не пищит. Да, их Басик-масик. Эх. Ребятки, всем привет. Это уже следующий день. С утра было солнышко. Ну вот, пошли опять тучки. Пошли тучки. Видите, как сиренька вся. Листья все. Опали. Видите, вон они какие все. И обычно у нас в основном в ноябре второй раз цветет вишня, второй раз цветет сирень. Но в этом году какой-то ноябрь холодный. Обычно, знаете, как в октябре вот прохладно. А потом ноябрь теплый. Ну, не знаю. Вот это дерево, ну, это сирень, да? Вот смотрите, два кустика. Раз, два дерева. Оно уже начинает сохнуть. Вот мы уже здесь с 2007 года, эта сирень уже была большая. Вот это уже часть отсохла. Вон та уже, видите, вся такая. Вот одна здоровая. Это уже мы отпилили. Это вот мы что думаем. Отпилим вот эти большие. Оставим. Видите, сколько здесь много поросли. Это я сама могу сделать. Все это молоточком. Не молоточком, топорочком. Снизу подбить, а оставить. Ну, один самый такой мощный. И один здесь самый мощный. Потому что, видите, в том году они уже цвели. Цвели уже вот так вот. Потому что это, ну, куда это такое вот, картина такая, ну, куда? Тем более там уже все отсыхает. Вон мама гуляет. Вот эту вишню тоже поросль отрубим. Вот эти орешины. Как дела? Лучше всех. Да? Да, хорошо. Погуляли. Угу. Ну, сейчас посидим под навесом. Видите, сколько осталось? Гравийки много, да, Саня, осталось? Да. Ну, ладно, уже все, Сань, пусть она остается. С горки, да, будем скатываться удобно? Детям. Здесь, видите, сколько этого всяких. Спилил Саня. Так что вот так, ребятки. Эту железку нужно будет тоже убрать. Не дай бог ногу. Кто подвернет.
Прохладно, да? Да, ветер. Ветер, да, Сань, начался? А утром не было, да, такой погоды? Не, утром дождь был. Нужно было? Я-то не выходила утром никуда. Что у нас здесь? В тени плюс 15, 16, плюс 17 теней. Ну, так вот. Плюс 15. Сколько ты сказала? 17. Какой 17? Алло. 15-17. А, ну да, 17, Саня. Да нет, 15-17. Сейчас градусов, наверное, 10-9. Пилис почистили. Ага, Саня, вчера все с Ромой убрали, все сделали. Да, вон еще здесь львиный зев и все. Сегодня у нас что у нас? 14 ноября. Львиный зев еще вот. Видите, еще бутоны. Вот еще бутончики. Здесь тоже львиный зев. Видите? Тоже вот стрелку дал, бутоны. Здесь на розочке бутоны. Так что вот так. Мне вот это не нравится, Саня, ежевика. Она, походу, все уже, да, здесь? Ну да, надо новую побеги. Потому что вот это прошлогодь, это этого года. Вот оно. Вот это я обрезала. А этот свежак, да? Да, этот свежак. И вот. А что так мало, Сань? Не знаю. Что-то она и в том году, в этом году, да, какая-то вся эта мелкая была, да? А что с ней не то? Вот здесь вторая прям хорошая. И третья что-то мне не нравится. Третья что-то не то. О, ребятки, видите, где Саня грибы раскидал? Вот здесь. Вот. И здесь что-то не нравится. Смотрите, какая красная. Как клен. И здесь тоже вот это вот старое. Убирать, старое убирать. А свежее, это что, только две ветки, что ли? Но она, по-моему, больше не даст. Больше не даст. Ну, не знаю. А здесь вот, видите, ой, колючая ежевика. Зеленая. Но она колючая. Тут просто... Ой, тут не пройти, не проехать. Прям хуже шиповника. Ух! Колючки все. Так. Ага, здесь вот она, видите, вон, красная. О, а это что, грибы, что ли, Сань? А что это они здесь? А что это за грибы? Поганки. А почему они такой кучкой выросли здесь и примерзли, смотри? А там же это, дерево, корни. Ну и что? Ну они, как правило. А под деревом же какие, опята или какие, говорят, на пеньках растут? Опята. Опята, да, мам? Ну тут сыро, тут мокро. Тут все везде, жижа. Прям, видите, вот она мокрица растет. И зимой она растет вся. Пышет. Вот здесь малина. Эту малину не трожь, Саня. Я сама ее как надо обрежу. Там телефон звонит. О, а кто там? Возьми, Сань. Возьми, Сань, пожалуйста. Сейчас. Ой. Нет, это не пойдет. Короче говоря, ой, а ветер-то неприятный, холодный. Ветер холодный. А, видите, что? Малина. Ну, ладно, пойду дам маленькую. 14 ноября. А, видите, вода там скапливается. Непорядок. На, мам. Малинку. Давай ручку. Бери. Ешь. Вкусная? Угу. Кислая? Кислая, мам? Нормально, пошел. Пошел! Пачкает бабушку. Бери, мам, еще. Ну, видишь, напачкал. Хулиган. Угу. Давай еще вот бери. Инжирки посмотреть, инжирки, мам? Погляди. Ага. Хорошо. Я покушаю. Хорошо. Пойдем. Тыкву.
Все, ребятки, осень настала. Уже, по-моему, пора. Вы видите, вот здесь инжир. Его много. Его хорошо на варенье. Он такой жестковатый, но... Сейчас посмотрим, что там. Холодно, ветер неприятный. Ледяной прям такой. Ледяной. Да? Сейчас маме соберу, который мягкий. А остальное, что будет поспевать на варенье. Видите, его здесь. Но он не такой, не мягкий. В карман. Но он такой, не пойдет, он на варенье пойдет. Его есть уже все. Не очень. Чашку надо взять и подсобрать. А эти вот маме сейчас дам. Середина ноября, ребятки. Середина ноября. Видите, как это мокрица прет? Конца и края нет. Конца и края нет. Видите, вон у соседей сколько. Инжира тоже. Пойдем, пошли. Красотка, да, ребятки, смотрите. С капелькой дождя. Сейчас, мам. Нашла? Да, сейчас. Инжир. Да, но он такой жесткий, мам. Держи ручкой, вот так придерживай. Угу. Сейчас, да. Сейчас, подожди, мам, подожди. У меня здесь... Мягкий? Нет, ну он как? Мягкий, вот. Но не до такой степени, чтобы вот он как раньше. Вот. Угу. Ешь. Тут не пойдет. Хотя он пойдет, угу. Но не пойдет. Мягкий? Сладкий. Вот и ешь. Ешь вкусненько. Ешь. Что там, Саня? Железку-то убери потом. Не нужна она. Саня занес домой уже эти алоэ, потому что на улице ночные морозы уже. Вот так, ребятки, уже все. Видите, картинка осенняя, чуть ли не зимняя. Я уже вытащила сейчас утром все шапки, шарфы. Вот, сейчас поменяем маме постельку. Сейчас искупаем маму, в порядок приведем. Потом заварим хороший чай и будем пить чай. Да, Мисюка? Эй, жир! 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 Эй. Вот, ребятки, краска. Не реклама. Это продается. Сколько она? 103-106 рублей стоит фара. Белорусская. Помните, раньше были престиж, вот такого рода? Ну вот. Ну, знаете, что вот рекомендую? В комментариях написали. Сейчас, ребятки. Что вот этот вот, вот она краска. Перчатки. Вот этот оксид нужно заменить. У этих вот дешевых красок, ну, они считаются как? Дешевые. Вот эти вот очень сильные окислители. И вообще положено 6%, но вот у нас девушка писала, что они 7-9, они разъедают кожу, да, вот. А сама краска неплохая, я вам скажу, очень хорошая. Сейчас еще что-то покажу вам. Смотрите, когда-то, помните, когда у меня светлые волосы были, я думала, сама буду делать. Вот эту покупала, эстелевскую. Она у меня вот на Валберес до сих пор лежит. Вот, я ее открыла и думаю, а как это так? Краска, а в ней нет окислителя. Видите, там одна краска. Ну, вот она не пойдет. Ну, она пойдет. Но мне на мой волос она уже не пойдет. Я маму буду этим цветом красить. И вот я купила вот такой 6%. Он недорогой. Эстелевский, он хороший, это уже точно. А вот эти вот сказали, что будьте осторожны. Ну, я вот по-быстрому намазюкала и вот этим красила. По идее, нужно вот этот вот. Ну, вот смотрите сами, это не реклама, это у нас продают Золушки. Золушки 106 рублей, а Магнит Косметика, она под 140. Ну, так вот.
Ребятки, я буду закругляться, буду заканчивать этот видик. Вот, детки у нас в школе, на занятиях. Сегодня у них впереди еще столько дополнительных занятий. Вера ходит на английский язык. Преподаватель на английского языка хвалит. Вот, платные курсы английского языка. Вот, вокал и художественная школа, которая обучение идет, по-моему, 5 или 7 лет. То есть с дипломом, ребятки. Я вот думаю, мы переедем, когда в Краснодар, я уже спрашивала у своих знакомых, как быть потом. То есть они уже сколько? Третий год ходят. Как бы потом, чтобы не получилось так, что все бросили. Это где надо? В Краснодаре, да, наверное, искать такие школы искусств, да? И продолжать занятия, да, скорее всего. Найдем ли мы? Будет ли там рядом где-то? Или это нужно будет ездить очень далеко? Вот что. Ну, хотелось бы потом продолжить это все, потому что это не шутки, это идет дополнительное образование. Вот. Оно всегда в жизни пригодится. Понимаете, не знаешь, да, вот, что в жизни может ожидать. Или, например, учился на одного, а в жизни получилось, что человек работает не по профессии. Но я считаю то, что профессия всегда нужна. Как бы чего бы там ни было, образование всегда нужно. Вот. Хотя сейчас я работаю совершенно не по образованию. Блогер. Да, официально все как надо. Все мы зарегистрированы. Вот. Сейчас скоро уже время, уже 12 час. Наверное, к часу, да, Саня поедет Веру забирать. И начинается вот эта вот каталка. Туды-сюды. Потом Рому, потом дополнительный. У Рому сегодня еще бокс. Ходил он в новой форме. Ему очень нравится. Конечно, после стирки там все сильно хорошо так линяет. Особенно эти шорты. Вот, ну, наверное, так и должно быть. Так что вот такие, ребятки, дела. У меня сейчас будет уборка. Полы нужно помыть, убраться. Вот. Вечером к нам приедут гости. У нас было очень много вопросов. Почему вы об этом не говорите? Почему вы не действуете? Почему вы не вообще сидите и не показываете ничего? И не то, что не показываете, как будто ничего не происходит. Вы знаете, у меня был такой урок в YouTube, когда я не смотрела одних блогеров, у нас смотрела мама их, до сих пор смотрит. И как вот у них сгорел дом. И вот когда я домой зашла, мама сидела, плакала и говорила, что вот сгорел дом, как они теперь будут, они совсем молодые. Я вышла в прямой эфир и объявила вот это, что кто как может, кто чем может, помогите этим людям. Потому что я поставила себя на их место, это было просто, да, это невыносимо было, страшно. Да, вот, когда горит дом. Конечно же, было очень много комментариев, как позитивных, как негативных. Вот, меня люди попытались привлечь к тому, что я сама это собираю. Ребятки, никогда у нас на канале не было никогда донатов. Никогда не было платной рекламы. Вот, и как бы я говорила уже, как бы нам тяжело не было, не дай бог пользоваться этими донатами, да, потому что жизнь такая, что не знаешь, господи, вот самое главное здоровье, лечение, если не дай бог, что там коснись, это у нас таких нет возможностей. Не дай бог, что к такому привело, чтобы всем миром я собирала деньги. Не дай бог. Нам насколько было тяжело, никогда ни у кого ничего не просили. Это было до YouTube. Сами на себя всю жизнь рассчитывали. Вот. И был вот этот вот пример тому, что вот такой я сделала прямой эфир с истерикой, с вообще вот, то, что это мои эмоции. Потом даже, знаете, вот невинное видео, вот вообще, мы даже ребенка не показали. Мы поехали просто навестить девушку в больницу. Мы даже ее не показывали, мы даже ее не видели. Мы просто купили продукты и решили сделать просто вот приятное дитё, потому что мы были в Краснодаре, а они живут в другом месте. Но дитё лежало в Краснодаре. Просто заехали, и сколько негатива было.
И мы для себя сделали такой вывод. Больше мы такие вещи показывать не будем. Если хочешь помогать, помогай молча. Вот сделали для себя такой вывод. Но то, что касается сегодня, приходят такие комментарии. Да, мы помогаем. Мы помогаем. Это сейчас тема такая, вы знаете. Я даже не знаю, как объяснить это. Я хочу, чтобы везде был мир. Я хочу, чтобы люди жили. Невинные люди не страдали ни от чего. Я не знаю, что будет после этих видео. Как отнесется YouTube к этому. Я хочу мира везде. И у нас в станице нашей Геогинской есть группа, которая... Люди есть неравнодушные, которые помогаем. Помогаем вещами, помогаем одеждой, помогаем кто финансами, кто лекарствами, кто чем может. И вот наш, кто вечером приедет к нам в гости, это атаман нашей станицы, Гречка, Вова. Он уже 3 раза ездил в эти места. Они готовят там обеды, помогают местным жителям, помогают детям. Привозят вещи, привозят все, что нужно. Этот чат у нас, он постоянно в действии, он постоянно, люди не сидят спокойно. Идет помощь. Об этом я нигде никогда не упоминала. Единственное, вот в Телеграме показывала вот эти моменты, когда маленькие дети в Лисичанске просят не сладости, а просят одежду теплую. Не сладости, не игрушки, а одежду теплую. И вот приедет сегодня в гости к нам Вова. Надо пирог мне испечь, чай попьем. Вот. Он привезет видео, которое он снимал. Я это смонтирую все, я поставлю все это на наш канал. Это наше решение, это наше мнение. Мы не сидим в стороне. И я, пожалуйста, прошу отнестись к этому с пониманием. Мы хотим мира. И, пожалуйста, не сталкивайте лбами, кто сюда, это заходят сюда не наши, не наши зрители, это заходят. Ну, как объяснить? Ну, вот выходит видео, заходят и начинают писать. Господи, даже я не знаю, как это сказать. Мы просто хотим мира. Вот, так что вот такие дела, ребятки. Я думаю, что эта ситуация, то, что сейчас творится, да, это у каждого человека в голове. Опять же, таки сужу по себе, по своей семье. У каждого человека каждый день в голове. Так что вот такие дела, ребятки. Все, я пошла собираться. Я буду сейчас убираться, буду. Что-то надо посварить. Вчера я пигочки делала. Сегодня что-то надо жидкое сварить и поставлю пирог. И сделаю влажную уборку. Так что вот такие дела, ребятки. Все, всем спасибо. Всем до завтра. Всем пока-пока.